Насколько прямо вам нужно? Бурим насквозь. Должна быть абсолютно прямая линия. А если горы? Прямо. Реки? Прямо. Болото? Прямо. Прямо, строго по прямой. А можно узнать, для чего именно это нужно? Наша цель – получать котировки фондового рынка за 16 миллисекунд, что на 1 миллисекунду быстрее всех в мире. Ясно. А потом что? 500 миллионов долларов в год. Обратись к Еве Торрес. Для нее люди – лишь средство достижения цели. Я превращу твою жизнь в ад, если захочу. Хотите купить полосу в треть метра на моей земле? Под вашей землей. Похоже, они тянут оптоволокно прямиком от Канзаса до Нью-Йоркской биржи. Я в курсе, Дженни, я же не слепая. Но мы их опередим. Я уже говорил, не выйдет. Еще как выйдет. Думаешь, она свою линию тянет? Твою мать! Я заработала 500 000 за 5 секунд. Мы не позволим ей нас обойти. Я стараюсь, как могу! О чем ты мечтаешь? Домик на холме, тропинка, колибри. Повтори. Домик на холме, тропинка, колибри. Я в тебя верю. Ага. Пока. Бу. Кто-то взломал нашу сеть. Выкуси! Мистер Зеленский! Мистер Зеленский, стойте! Вы меня предали, и вы за это заплатите. Зачем ей понадобились вышки? Нас пытаются поиметь. Я тебя уничтожу. Винсент! У меня сейчас совещание. Я вам перезвоню через пару часов. Пришлите документы ко мне в офис. Хотелось бы решить этот вопрос до конца дня. Представьте, что Давид явился на фондовую биржу, достал камень и прощу и одолел Голиафа раз и навсегда. Операция «Колибри». Давид, это мы?